А, короче, я потерял резинку с башки. Блин, как классно все такие беседы. Как клево, что у нас есть такие люди, как вы, наши смотрители. Катюш, расскажи про этих двух девчонок, не знаю, откуда они появились. Мы всем благодарны, девчонки, нашим поклонницам. Это первые поклонники, с которыми мы так реально встретились. Они нас пригласили в кафе, купили нам продуктов в магазине и еще и привезли. Елена и Анастасия, спасибо вам огромное. И лови мяч, Вась Васич! Не поймал мяч, вот что такое игра, Вась Васич! Первую тебя я полюбила! Жар любви тебе я отдала. Да ну ладно, всю любовь в душе своей хранила. Да. Так зачем ты мучаешь меня? Ребята, оплатили задание. С днем рождения. Серьезно, мы едем! Светлана, продумай конкурсную программу, такую, как был на день мужчин. Но сделай это еще круче. Круче, конечно. Конечно. Вот. Все продумаю. Я, значит, с Юрцом поработал, мне поможет в Рэпчине кое-что там подработать. Потому что я вчера узнал, что такое New School. А что?